Мы тоже можем записывать, как, наверное, что так много будешь писать. Мы тоже. Как не понимаю, ну ты держишь вот так вот, стоишь вот так вот, это же на спину нагрузка. Нет, я стараюсь не нагрузить. Руками обопрись на ноги. Обопрись на ноги, чтобы снять со спины нагрузку. Так наоборот, нужно дышу заработать здесь. Хочешь с одни ноги, тогда вот так вот стой. Ну вот так, держи. Я делаю вот нормально. Еще целый небольшой ноги.
следующем году. Это только второй раз он делал дырок. Это хочет все меньше и меньше. Ну, типа, правда, чем лучше, больше сделать, тем меньше. Ну вот. Правильно. Пятый раз заканчивается. Это же больше не делать. Ну, потом еще можем дополнительно. Я все время на весу все время эти руки. Так для спины, потому что нагрузка будет получить.
накладывалось во всем. Зато я накладывалась.
поднимается? Насколько поднимается? Грудь поднимаем. Подбородок мы упираемся. Вообще поднятие таза поднимаем. Грудное тело. Осанку управляем. Вы чувствуете, как вам растягивается ничего? Да, конечно. Не знаю, чувствую или нет, но я чувствую, что больно. Значит, растягивается, да? А мышцы вообще? Боль тоже такая приятная боль. Ну да, боль есть. Потом она потихоньку проходит, когда... Связки. Хорошие поясничные тоже тянутся здесь.
никакой гимнастики не делают, йоги не делают, как вот? Да не по горам бегают. Зачем вы бегаете? Они же хорошо. Что это, сельхозработы какие-то? Они все время есть спуск и подъем. Потом там климат определенный. Каждому хочется пожить. Рано созревают, рано все у них. Цель жизни от этого.